Свыше 1 миллиарда жителей нашей планеты вынуждены справлять свои дела под открытым небом в антисанитарных условиях. Отсутствие нормального туалета, к сожалению, не просто неудобство, но и источник распространения различных заболеваний, в том числе смертельных. Так, из-за дизентерии и прочих кишечных инфекций многие дети в странах Азии и Африки не доживают и до 5 лет, и простое наличие чистого отхожего места могло бы их спасти. Некоммерческое общество «Мондо» уже построило несколько уличных туалетов в регионе Дар-эс-Сауф Северного Афганистана, а сейчас призывает всех присоединиться к данной акции, озаглавленной как «Этический подарок». На своей интернет-странице moudamailma.ee мы открыли специальную форму для пожертвований. Один взнос всего 15 евро, и с помощью 5 жертвователей мы сможем собрать половину суммы, необходимой для возведения туалета. Вторую часть добавят местные жители в виде стройматериалов и работы. А этический подарок – это такая возможность сделать пожертвование от лица своего друга или близкого человека, который получит письмо с благодарностью за то, что он помогает бедным странам. Некоммерческая организация «Мондо» на протяжении уже нескольких лет занимается благотворительными проектами не только в Афганистане, но и в Кении, Уганде и Гане, помогая тамошним жителям в самых различных сферах – от образования детей до развития инфраструктуры и так далее. Каждый раз местное население само определяет, на какие нужды необходимо направить средства, собранные жертвователями. А их не так и мало. С 2009 года в Эстонии было собрано почти 70 тысяч евро. И то, что племена Северного Афганистана получат в качестве подарка или гуманитарной помощи от обеспеченного Запада именно туалеты, это также их, так сказать, собственный заказ, демонстрирующий, в каких же вопиюще первобытных и просто опасных условиях существуют миллионы людей на нашей планете. И в наших силах помочь начать им жить хотя бы в каком-то смысле по-человечески. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.